Вон солнышко сегодня какое. Ну, дубарно. Минус 8. И двигатель что-то, блин, вода не идет. Поглубже в воду его надо. А? Не хватило воды. А что ты иголочкой хочешь? Да вот это. Может здесь держит. Оттуда прыгнет. Ага. Там маленький. Ты наоборот вниз его опустил. В воде-то теплей. На улице минус 5. Минус 8 даже, а в воде плюс 6. А вот прям в этой прихватило. Нету? Я булавки что-то не одеваю. Пошла? Единственное, вчера ветер в другую сторону дул. Верь этим синоптикам. Врут и глазом не моргнут. Может, стихнет еще? Так-то вот час вроде потише. Ставил. Приедем. Рулька-то не играет. Вроде уже и груз такой побольше поставил. И
погремушка стоит. Волны-то уже нету, как с утра выплыли. Аж бельки шли. Поднимается откуда-то. Вообще голяк, бля. Выпрыгивает, но не берет. Кембрик. Но. Уже покрупней. Опять кембрик. Короче, только кембрик работает сегодня. Больше ни хрена. Все больше и больше. О, вот это уже хороший. 100% сопля. Так, а на всякий случай подсачки.
Да не надо. Думаешь? Что-то мне уже не верится. О, точно. Кабанчик. А? Ролики не хватит. Да нет, пограничный. Ну улыбнись хоть. 25. Крупную рыбу поймал за целый день. Я кемзик один оставил. Там сопля и муха. Солнце уже воду не золотит, а серебрит. Туман какой-то стоит, смог. Непонятный. Вон, видишь, все затянуто. Без 15.4? Да, собираться. Собираться? Давай собираться.